Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Каркарыч, Енот, Андрюха и Марк Мир. Мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Опа, тут забаррикадировали. Ой! Кстати, у меня всего 30 жизней, это очень мало. Вы даже монтировка... Ой! Вы что, мне по мне вот это кидаете? Успокойся, я свой. Ого, я прыгаю. Я ж не знал, что я так прыгаю. Пошёл вон. Убили, убили, хорошо. Зато я головой... Ой, надо улететь. Я головой протаранил. Так. Закрывайте двери. Мы будем это ловить сейчас. Да-да-да, кстати. Слушайте звуки. Баррикада слетела, баррикада слетела. Блин, я не могу тихо ходить. Я всегда какие-то конченые звуки сдаю. Ребята, как всегда, у нас классное настроение. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Да блин, вы и тут заминировали? Мне даже нравится, что очень тяжело сейчас будет. Чувствую, это будет весело. Так, а мы начинаем веселиться. Я на расстоянии умею двери открывать. Я этот... Лицехват, телепат. Так, давайте... И могу на shift вообще быстро бегать. Да вы задрали с этими минами, они везде. Ой-ой-ой, хорошо, что я не побежал. Разрешил на свою голову мины использовать. Так, они опять бросают эти мины вонючие. Ой-ой-ой. Да вы задрали, сколько их можно бросать. Вы гоните, что ли? Сейчас попробую резко проскочить. Бегу-бегу. А ты уже никак не пройдешь. Я лазерную мину поставил, ты вообще не пройдешь теперь. Смотри. Давай. Не-не, ты к нам не пройдешь, у нас дверь открыта, у нас все открыто. Добро пожаловать. Да, welcome to the house. Блин, говно, убегай. Закройте там двери. А, я могу мину удалить, но не буду, ладно. Нельзя, не-не-не. Не-не, так будет не по-честному, конечно. Так-так-так. Эй, Димас, я тебя обижу. Это не я. Часть открыта, давай. Право, я промахнулся, я просто промахнулся. Блин, так хочу кого-то вселиться и убить. Я сейчас буду более наглее. Попробуй с правой часть. Я там даже не буду ничего делать. А там получается у вас две двери или три? Две. Две двери. Ага, я понял. Я просто... Опа. Да ты задрал, Фокси. Но у нас нет Фокси. Так. Убивайте Каркарыча! Кто это такой? Каркарыч селились. А! Пошел вон! Димас, тут Димас! Фокси, Фокси! Есть! Отлично! Я успел, ребята, теперь я чужой! Привет. Пошел, пошел, пошел. Надо берем, убежать. Кстати, у меня всего 1000 жизней, я очень быстро сливаюсь. Где ты? А я не успел, я не успел. Ну что ж ты хотел? Это же убийца. Я никого не жалею. У меня 1000 жизней, мне нема что бояться. Я могу в наглую к вам залезть и убить вас. Давай. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет. Говно! Я успел заныкаться. Вентиляцию. Зато Андрей не поймал. Зато Андрей поймал. Так, 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 так. Хоп. Прикольно. Чужой рулит. Как всегда, чужой может. Да? Не. Который нет? Привет. Блин, не того схватил. Двери взлетели. А ты че умер вообще? Ты меня схватил. Беги, я беги, взлетел. Чужой, беги! Так, берем оружие против инопланетян. Где тут оно у меня? Нету такого. Нашел. Уверен? Сейчас тебе устроим. Лови! Блин, надо валить. Оружие, перезарядка. Это за всех, кого ты убил моих родственников.
Я не успел. Сожрали. А, то а что так быстро жизни тратятся? Я только появился. Я появился вообще где-то. Так, 600 жизней осталось, а мне чуть-чуть. Бадабум. Давай, иди. Заходите сюда. Кто сюда не сыт, зайти ко мне. Мы потерялись. Отлично. Фокси съеден. Вижу, вижу, кто-то идет, пробежал мимо. Так, идет. Еще раз пробежал мимо. Слышь ты, хвостатый. Ты хвост увидел, говно, полезь из-за хвоста. Да отвали ты со своим оружием. А! Да блин, балди! Да почему он так долго? Съел. О, берем заморозку, мы сейчас тебя заморозим. Не сможешь. То у меня 300 жизней осталось, вы уже, считай, убили меня. Мы, считай, тебе сейчас уже заморозим. Тут столы валяются, не надо столы никому. Чем столы? Нет. Там еды нет. Ай! А стекол-то нету. От говна. А ты зайди, боишься? Я вас съем по очереди. Кто будет сюда заходить, я съедать буду. Все, тебе хана. Сейчас будем истреблять этот. 150 жизней. У нас больше нету выбора. Прощай. Ай-яй-яй, черное очко. Ребята, теперь подписчики будут чужими, а мы будем выживать. Да уже можно подать, мы уже готовы. Ну все, вам хана. Я не могу в окно попасть, интересно. Ой. Ждем, пацаны, ждем. Ах ты ж. А я уже запрыгнул у тебя, но почему ты умер? Это как? Как это работает? Как это работает? Ах ты ж лоб! Ребята, он уже тут. Блин, мы убили. Неудобно, слышишь? Димусня. Ну. На маленький скин не запрыгнуть. Запрыгнуть. А! Ого! Ну, блин. Мочим его! У-ху-ху-ху-ху. Тебе подстрачника, короче, прописали взрывом. А, вот такая вот анимация. Отлично. Я прям отлетаю далеко. Погнали, еще раз. Ай. А я уйду. Не уходи, не уходи. А я уже ушел. Сыж, да? Я су? Конечно. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Опять сожрал. Сколько у тебя жизни осталось? 500. О, мы нормально. А я гений, когда вентиляции. Ах, ты ж лоб вот такой вот. Я вам даю время. И себе время. Да ты хочешь спрятаться в комнате Балди, да? Открыли. Пацаны, я знаю, как его убить. А ну, давай. Ну, так ты должен вылезти, секунд. А чё это у нас в руках, а? А ну-ка. Да блин, поймала! На тебе в голову! Мочите его! Ай, больно. Да куда, ну? Опять, да, убежала? Убежала. Полетела. Ах ты говно собачье. А я убежала. Пацаны, берите AR2 и шарами стреляйте правой кнопкой мыши. Мы его так сразу убьем. Где AR2? Ну вы мне 100 хп снесли, да. Да давай, выходи, секунд. Я секунд? Конечно. Сейчас тебя взорвут. Ай, мне больно было. Я вентиляция, думаю, вы можете меня взорвать все еще. Я просто невидимый в ноуклипе. Да? Да. Ага, я ж не знал, что так можно. Мочите его, мочите. Ах, ты жлоб, опять меня убил, я оружие выбирал, а он меня мочит.
Ах ты хитрый жук. Чужое Опа. Чучело, да? Да, ну что такое? И ушел. Пацаны, он боится нас, поэтому сразу убегает. Точнее. Я боюсь вас? Да, иди сюда. Я пошел. Это что такое? А чё ты? Но... Я под регениться пошел. Это что такое, Дима? Да пусть она лежит мне так спокойнее на душе. Да. Тогда я ее взорву. Нет, не надо, я ее сам хочу взорвать, когда ты придешь. Нет? Все хорошо, пацаны? Вот он. Я его убил, наконец-то, пацаны, выследил. И бомба осталась целая, и мы живые. Наконец-то, миссия выполнена, убить чужого. Но все равно мы бомбу взорвем. Все взорвал. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!